Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что фото- и видеосъемка, а также звукозапись не разрешаются. Просим вас на время концерта отключить ваши мобильные телефоны. Спасибо. Ladies and gentlemen, we would like to remind you that any photography, recording or videotaping in the hall is strictly prohibited. At this time, we also ask that you please turn off all your mobile phones. Thank you for your attention.
готовясь к нашей встрече, открыла ваш сайт. И среди массы полезной практической информации нашла очень забавный тег, который, наверное, можно перевести как анкета, но он коротко рассказывает о каких-то ваших событиях, предпочтениях жизненных. И я поняла, что вы человек универсальный. Ну, во-первых, видимо, с хорошим чувством юмора. Во-вторых, среди ваших хобби перечислено такое количество спортивных. Вы и плаваете, и бегаете, и занимаетесь скалолазанием. Что еще? Что я упустила? А, горные лыжи. Ну да, да, тоже, да. Да. И когда вы находите на это время? Ну, найду, конечно. Не знаю, я наверное, меньше занимаюсь на рояле, чем другие пианисты. Ну, я не знаю. А сколько вы занимаетесь на рояле? Ну, дело в том, что я, ну, у меня случилось в жизни, что один раз у меня был очень важный концерт, был первый концерт Чайковского, и я очень много занимался для этого концерта. Я помню, что хотя бы я был очень готов, я все равно не так хорошо играл. И потом был другой концерт, когда кто-то заболел, я должен был вдруг... На замену выйти. Ну да, я опять, это был первый концерт Чайковского. У меня было очень мало времени, я совсем не смог заниматься, и я так хорошо сыграл. И в этот момент я заметил, что для меня, по крайней мере, больше всего это как-то это не просто настроение, но... Вдохновение. Ну да. И поэтому я всегда сейчас, я это верю или знаю, что если у меня есть только час в одном день, я должен выбрать между заниматься или побегать, не знаю, 15 километров. Я сам буду бегать, чем заниматься. Если еще время будет, тогда с удовольствием я занимаюсь. Так и я. Ну, то есть вот такая спонтанность в игре для вас очень важна. Ну да. Вы начали заниматься совершенно как бы случайно, придя с родителями на Рождество, перед Рождеством за подарками в магазин, и увидели там клавиши японские, Yamaha. Почему вы выбрали именно этот подарок? Там были всякие машинки наверняка. Да, ну я... они говорили мне, что они покупают мне все, что я желаю. И тогда я помню, что мне только интересовался на цена. Я нашел что-то на 20 фунт, 25 фунт. И эта клавиатура была самой дорогой вещь, которую я нашел. Я даже не знал, я не помню, что это было. Просто, не знаю, выбирали по цене. Ну да. И в общем не прогадали на самом деле, не просчитались. Но, тем не менее, когда вы открыли этот подарок, вы очень быстро выучили 8 приложенных там мелодий и поняли, что вы будете заниматься музыкой. Вы сами настояли? Там была книжка, да. Там было написано, как сыграть эти песни. Да. И я просто знаю, что моя мамочка говорила, что в первом уроке учительница очень не поняла, как я смогу уже читать музыки. Вы ноту уже выучили по этой книжице? Ну, как кажется, что да. Ну, то есть в 6 лет вы впервые выступили перед публикой, а 8 уже играли с Королевским филармоническим оркестром в Royal Festival Hall. А кто дирижировал тогда? Ой, его звал Артур Дэвидсон. Он был, у него было очень много концертов с ними. И да,
Я был очень молодой. И это был 12-й концерт Моцарта? Наверное, да. Угу. Да. Ну, во всяком случае, если как пишут справочники. Да. А вы к Моцарту после этого часто возвращались? Ну да, в принципе, да. В Англии у нас есть очень много непрофессиональных оркестров. Да? Угу. И очень хорошо, потому что мне дал шанс просто сыграть, ну, практически каждые 6 месяцев концерт с оркестром. И, конечно, в начале был Моцарт, и после этого был 23-й, 9-й концерт. Потом был, наверное, когда мне было 10 лет, первый концерт Бетховена. Потом я помню очень хорошо, что я сыграл Лист, первый концерт, наверное, с 11, и Сансонс, второй концерт, и, ну да, ну так. Ну, давайте оставим пока в стороне музыку, но вот чисто технически, играть концерты Моцарта, это только кажется, что их легко играть, хорошо их сыграть довольно сложно. Сыграть концерт Листа, виртуозный первый концерт Листа, это, в общем, тоже, как вам все это давалось? Это давалось легко? Дело в том, что для ребенка, ну, ребенок совсем не знает, как надо сыграть. И когда я был ребенком, я просто сыграл. Я не знал, что если я слишком медленно играл, или слишком быстро, или слишком слабо. Я играл, как я смог по это время. А когда вы приняли решение поехать на конкурс Чайковского, это было ваше личное решение или кто-то вам посоветовал из ваших педагогов? Ой. Ну, это был 98-й год. Да, у вас уже были какие-то национальные победы на национальных конкурсах, международные, ну, да, были к этому времени? Ну, я уже начал, да, участвовать в конкурсе международных, в принципе. И совсем первый конкурс был, это был в Цюрихе, 94-й год. И каждый год я просто посмотрел программы, какие конкурсы было бы, и я как всегда решил на, ну, на программу. И, но тогда, может быть, сейчас это по-другому, но тогда это был... Очень важно, если я должен был сам платить авиабилет, или если они предлагают, или ну, все это практикальные вопросы. И 96-й я выиграл конкурс в Нью-Йорке. И, а что это был за конкурс? Ну, этот, это называется Young Concert Artists. Это как, что они... возьмут новые ну, музыканты в агентстве и дают концерты. Это, ну, тогда вы получили в Карнеги концерт, да? Ну да, да. Ну, здесь есть интрига. Вы занимались перед конкурсом, то есть вы приехали сюда, видимо, не накануне, с педагогом из России, Эммануилом Александровичем Аназоном. Кто вас с ним свел, как вообще вас могла свести судьба? Он ведь тогда нигде не преподавал, хотя он сам был выпускником Московской консерватории, и, кстати, выпускником аспирантуры Ленинградской консерватории. Был просто связи через... Ну, был в Королевской академии в Лондоне, был несколько русских пианистов, примерно Константин Лифшиц, он был там. И я не знаю почему, но... И тоже был, были мастер-классы, пианист Владимир Троп, он тоже дал мне несколько раз мастер-класс. И я как-то просто решил, ну, пойти в Москву, чтобы ну, делать частные уроки с ним. Потому что он был очень интересно. Он был совсем по-другому, чем мои остальные учителя.
Я почитала отзывы его студентов Казанской консерватории, и они все просто восторженно о нем отзываются, что он умел раскрыть в человеке то, о чем человек сам себе не подозревал, и занимался не только музыкой, но и каким-то общим образованием. Сколько времени вы занимались, и что такое особенное было в его методе? Да, я занимался с ним, по-моему, лет 5, я не знаю, но это был... Это было не постоянно. Сначала это было в каникулы, и потом были перед каждым концертом в России. Он, больше всего, он показал мне, что он считал, был самого хорошего, что у меня было. Как пианист. Mm-hmm. Потому что раньше я, например, я знал, что я смог октавы очень быстренько сыграть. Или у меня были эти вещи, которые я думал, что да, это важно, я это показать могу. Mm-hmm. И он меня слышал и потом сказал, что вот я считаю, что у тебя есть самого хорошего. И я себя очень хорошо знаю, кто я и что я могу дать публику.
Thank you.
Thank you.